С переводом постараюсь быть еще более короче. Так, попробуй, проба. Проба, проба. Тема моей проповеди сегодня – блаженные кроткие. Темата днес на моята проповед е блажени са кротките. Это написано в Евангелии от Матфея, 5 глава, 5 стих. Това е написано в Евангелието на Матей, 5 глава, 5 стих. И это заповеди блаженства. И това са заповедите за блаженството. Если хочешь быть счастливым, будь кротким. Ако искаш да бъдеш щастлив, то обязательно трябва да бъдеш кротък. И я хотел бы сегодня прочитать определение кротости по Википедии. И днес искам да ви прочита определението за кротост. Сегодня ночью я читал определение. Днес през нощта аз четах това определение. Специально попросил, чтобы это высветили на проекторе, чтобы было видно и чтобы это отпечаталось у нас. И специально така поисках това да бъде на мултимедията, за да може да го обхваним по-пълно. И с переводом, да. Кротость. С превод, разбира се. Кротость – это особенность поведенческих реакций человека. Дайте, ако обичате. Няма привод. Само определение само нужно. Ти да привеждаш, ако можеш. Добре. Кротость. Да, а сказываем такая по предложению. Да. Кротость – особенность поведенческих реакций человека. Кротостта – това е една особенност на нашите реакции, в нашето поведение. В обыденном смысле под кротостью понимается незлобливый и отходчивый нрав человека. Разбира се, под кротост това е човек да бъде незлоблив и отстъпчив като нрав. Умение контролировать эмоции. Умението е да контролира своите чувства. Готово осознать, осознанно прощать ошибки и обиды от других. И съвсем осъзнавайки да прощава всички грешки и обиди, които му нанасят другите. Я думаю, что этого достаточно, чтобы мы просто, по крайней мере, поняли, что такое кротость, приблизительно. А мы это через то, что только прочитали, добиваем представу, каково это кротость. В моем представлении, когда я вот слышу, что кроткий человек, это смиренный такой, ну, покладистый человек. В моей представе кроток человек, это... Смиренный, покладистый, да, человек. Таков смирен человек, отстъпчив человек. Я хочу, чтобы мы вместе открыли послание к Филиппийцам, 4 глава. Хайде да откроем сега на Филиппяни, 4 глава, 5 стих. С 5 стиха, да. От 5 стих нататък. И там на проекторе мы будем видеть перевод на болгарский язык. Да. И я читаю. Имам и болгарский перевод. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Вот эту мысль апостола Павла давайте мы вместе запомним. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Нека това да го запомним веднъж завинаги. Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци. Господь близко. Господ е близо, приближава се Той. И там на проекторе вече има превод. Имам и българския превод. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь. Слава Богу. И вы знаете, вот эта мысль апостола Павла, что кротость наша должна быть известна всем людям. Много ми харесва тази мисъл на апостол Павел, че нашата кротост трябва да бъде известна на всички. И вы знаете, если вот так вникать вот в эту мысль, то я как-то поначалу не мог с этим согласиться. И в началото, като вникнах в тази мисъл, не можах да се съглася от първом с нея. Потому что я начал это прилагать на себя. И защо? Защото това го прилагах на себе си.
и понял, что все люди должны узнать, что я слабый человек, смиренный. Что я смиренный человек. Покладистый человек. Такъв отстъпчив човек. Везде уступаю. Навсякъде, където ходя, се отстъпвам. И что бы мне ни делали, я все сразу тут же прощаю. Каквото и да ми правят, каквото и да ми сторват буквално, аз се отстъпвам. Чисто по-человечески мне не хочется этого делать. И чисто по-човешки това никак не ми се отдава да го правя. Мне хочется, чтобы все люди узнали, что я сильный человек. Искам всичките да ме познават така като силен човек. Такой непоколебимый. Такъв непоколебим. Что пру как танк везде. Направо да бъда навсякъде, където отида като танк. И просто все сношу на своем пути. И всичко да разрушавам по пътя си. Чтобы ни у кого не возникало сомнений, что ну, сила пришла. И никой като ме гледа отстрани да не... Да не се съмнява в моята сила. А тут мне предлагают демонстрировать свою кротость. А тук, виждате, предлагаме се да бъда аз кротък човек. И вы знаете, ну, когда я начал вникать в эту мысль, что-то Бог начал мне открывать. Да, и когато постепенно започнах така да прониквам в тази мисъл, ето какво получих. И это было откровение в течение нескольких лет получено. И това беше едно откровение, но в продължение на няколко години, не веднага. И вот по жизненному опыту я знаю, когда люди кричат. Аз от опыт знам, че когато хората започнат да крещят. Когда они демонстрируют свое упрямство. Когато своята упрямост такая демонстрират, показват я. Свои знания. Показват своите знания. Много суетятся. И така се суетят, стават и не такива енергични. Чаще всего это возникает из-за страха. И искам да уточня, че това е нещо, което се случва поради страха в тях. Крик – это всегда есть следствие твоего внутреннего страха, паники. И критиката, и въобще паниката е следствие на твоя вътрешен страх. Вы знаете, когда человек очень спокоен перед битвой? И знаете ли, когато човек е много спокоен пред битката, пред сражението? Когда человек спокоен перед битвой? Когда человек е спокоен пред битка? Когда уверен в чем? Аминь. В победе? А в победе когда мы уверены? Когда сзади меня стоит непобедимая армия. Да. Ние сме така спокойни, когато сме уверени в победата. А кога имаме победа? Когато зад нас е непобедимата армия. Когда за моей спиной стоит Господь воинств, Господь Саваоф. И когато зад гърба ми стои Господното воинство. Один раз я проповедовал в Казахстане. Един път в Казахстан аз проповядвах следното. И Бог дал очень мощное служение. И Бог ми даде мощно служение. Бог начал исцелять людей. Бог почна да исцелява, да лекува хората. И подошла одна сестра. И дойде една сестра. И сказала, в тот момент, когда ты проповедовал, я видела огромного ангела рядом с тобой. И една сестра дойде и ми каза, свидетелство, че тя е видела един голям, огромен ангел. Вот потолок был выше, чем здесь. Трябва да ви кажа, че там тавана беше... по-високо от този нашия. И она сказала, что этот ангел был под потолок. Голова его под потолком находилась. Ангела, главата му била почти под тавана, но почти до тавана. И в его руке был очень большой меч. И в ръката му имаше един голям меч. И когда я узнал, что за мной стоит очень большой ангел. И като разбрах, че зад мен стои един такъв ангел. Как-то вот из моей жизни стал уходить страх. И разбира се, всякакъв страх излезе от мен, отиде си завинаги от живота ми. Я стал спокойным человеком. И аз станах от всичкото това, което се случи, станах по-спокоен човек. И друзья начали удивляться, ты почему такой спокойный? И хората почнаха да ми казват, защо си такъв спокоен? И я обычно отвечал, я знаю, что кто у меня за спиной, кто аз за мной стоит. Аз им отговарях, ами защото знам, кой стои зад гърба ми. Давайте мы запомним, что легко быть кротким, когда за тобой стоит сильный. Айде сега да уточним, че
Как да не си кротък, когато зад гърба ти стои такъв един силен човек? Знаете, я вот сам ныряльщик, вот начиная с весны, с мая месяца, начинаю нырять и стреляю рыбу. Така да допълня, че аз съм от тези хора, които обичам да се гмуркам под водата и така да стрелям по рибите. Това е едно занятие, едно любителско занятие, което практикувам. И как-то к нам приехали гости из Казахстана. И когато дойдоха гости от Казахстан, тук във Варна. И мы вместе повезли их на Пашадыре, на одно, да. Вы знаете, место красивое. Едно място красиво тук във Варна, което се нарича Пашадыре. Я взял с собой гидрокостюм, взял с собой гарпун. Взях този неопреновия костюм, взех си харпуна, с който стрелям. И ушел в воду. И тръгнах, гмурнах се във водата. Но под водой у меня не было часов, подводных часов. Но нямах такъв подводен часовник, този херметически часовник, така ги наричахме, нали? Да. Който издържа във водата. И я потерял счет времени. И като че ли загубих така представа за времето. И когда я вернулся на берег, мне сказали, что уже 4 часа прошло. И когато излезах, на мен ми казаха, че са минали 4 часа. Я был удивился, потому что мне казалось, что не больше часа прошло. И аз много се очудих на това, което ми казаха, защото мислих, че само около 1 час съм бил под водата. И один паренек, Руслан, он меня спрашивает, а как вы можете находиться так долго в воде? И там един момък или едно момче, младо паренек, нали? Руслан ми каза, как може да издържите цели 4 часа под водата? Я вот поплавал, ну там 20-30 минут, я устал. Той каза, аз плувам тук 20-30 минути и се изморявам, а вие? Вы 4 часа и вы не выглядите уставшим. И гледам ви там 4 часа се гмуркате под водата, виждам, че няма и следа от умора. Чем я сегодня делюсь? Какво искам днес с вас да споделя? Я хочу поделиться таким интересным секретом, таинством о том, как себя вести в воде. Аз искам да ви издам сега, да ви кажа един секрет, как да се държите под водата. Как вести себя на глубине, когда ты на глубине? Как да се държите още? Какво трябва да бъде вашето поведение на там, на големите дълбочини? Что нам делать, когда первая волна Святого Духа придет? И какво да правим, когато дойде първата вълна на Святия Дух? Я скажу, что первая волна, она уже пришла. Аз трябва да ви кажа, че тази първа вълна вече е дошла, тя е тук. Я уже это чувствую, ну, всем своим сердцем. Аз го чувствам с цялото си тяло, буквално с сърцето си. И мне поэтому важно научить о том, что нам сейчас делать, что для нас сейчас важно, актуально. И е много важно да се научим какво да правим точно по това време сега. Сейчас у нас домашки начали развиваться. Радвам се, че домашните групи започнаха отново да се развиват добре. Алфа-курс опять мы начали. Пак започнахме алфа-курс, добър алфа-курс, всички уже знаем. Два человека хотят заключить с Богом завет, водное крещение принять. И двама човека вече искат да сключат този завет, прекрасен с Бога, искат да приемат кръщение, вот водно кръщение. И вот сегодня секрет вот этот, кротость, сила. Кротость – это сила. Ето го тази тайна, този секрет. Кротостта. Когда мы купались тогда на Пашадыре, были большие волны. Когато се къпихме там за Пашадыре, това, което споменахме, тогава имаше големи вълни. И на поверхности было реально тяжело держаться, потому что там постоянно борешься с этими волнами. Вълните са големи, много е трудно да се задържиш на повърхността. И тебя там постоянно вот так переворачивает и укачивает. Да, и какво се случва с човешкото тяло? Ми то се върти така и буквално се люлее. И довольно быстро развивается морская болезнь. И много бързо се развива така наречената морска болест. То есть начинает тошнить. И направо ти се иска да повръщаш. Но это не касается человека, который находится на глубине. Но това не се случва с човека, който се намира в голямата дълбочина. Потому что смотрите, когда на поверхности большие волны. И така, хайде да погледнем, когато на повърхността има големи вълни. На глубине що? Какво има в дълбочината? На глубине абсолютен покой. Абсолютен покой е там. Ну, вода, может быть, немножко вот так ходит.
малко водата така се поклаща, малко. А так там спокойно. А иначе там е спокойно. И что там надо знать? И какво трябва да знаем за това място, долу? Что в воде ты должен научиться быть максимально расслабленным. Трябва да се научи човек на тази дълбочина да бъде максимално релаксиран, отпуснат. В большей степени даже ты должен раствориться в воде. Направо е така, толкова да бъдеш отпуснат, че направо да се разтвориш, да се разтопиш във водата. Стать частью этой стихии. И да станеш част от тази стихия. Море как будто бы принимает тебя. Като че ли тя самата те приема. И ты расслабляешься в воде, и ты не устаешь, больше не устаешь. Ами така отпускаш се във водата като разтворен и въобще не се уморяваш. Я говорю, Руслан, ты в воде постоянно в колоссальном напряжении. И аз тогава на Руслана отговорих, ми ти там на, на повърхността си постоянно борешся в напряжение. Ты сильный в воде. Ти си силен във водата. Именно поэтому ты быстро устаешь. Затова ти бързо се изморяваш. Прими силу воды. Приими силата на водата и тогава ще бъде различно. И тогда ты перестанешь уставать. И тогава ты ще престанеш да се уморяваш. Мы понимаем эту мысль? Разбираме ли тая мисъл? Может быть, это больше становится понятно, когда апостол Павел пишет. Может быть, това ще ви стане по-понятно, по-разбираемо от словото, което апостол Павел пише. Он пишет, когда я немощен, тогда я силен. Той пише, когато съм немощен, тогава съм силен. Вы понимаете эту мысль? Разбирате ли тази, тези думи? Вот я сегодня хотел поделиться вот этой тайной пробуждения. Искам днес да споделя с вас тази тайна, която е дълбока тайна, пробуждението. Во время пробуждения люди будут вас зондировать, испытывать, провоцировать. Да, по време на... На това събитие хората ще бъдат провокирани. Провокирани просто. Нет, они будут провоцировать нас, християн. А ще бъдат, ще бъдем ние, християните, ще бъдем предизвикани, ще ни проверяват. Да. И они будут, как бы так говорить, ну посмотрим, где ваша любовь. И те така ще ни подхвърлят, ще ни казват, а ще видим къде е тази ваша любов. Вот если вы практикуете вот этот принцип, не позволяй людям сталкиваться с тобой. Я искам да ви кажа този ценен принцип. Не позволявай сблъсък с хората, които ти говорят. Не позволяй людям сталкиваться с тобой как с человеком. Не позволявай хората да се сблъскват с тебе като човек. Позволяй людям сталкиваться с Иисусом Христом, который в тебе. Позволявай на хората да се сблъскват с Иисус Христос, който живее вътре в тебе. Амин. Амин. Потому что он сильный. Защо? Защото той е силен. Если сравнивать меня и Иисуса Христа, като сравня себе си с Иисус Христос, то я рядом с ним букашка. Аз съм какво? Там. В сравнение с него съм като мравчица, като бубулечица. Мне не стоит даже пытаться как-то вот... Не се струва изобщо да го помислим, камо ли да го практикувам. Поэтому Иоанн Креститель сказал очень хорошо. Говорит, мне надлежит умоляться, а Иисусу Христу возрастать. Затова Иоанн Креститель каза, аз трябва да се смалявам, а той да расте в мене. Я хочу открыть еще одно место. Искам да отворя на още едно място. Евангелие от Матфея. Евангелието на Матей. Одиннадцатая глава, с 27 стиха, от 27 стих, перевод на болгарский вы можете читать на проекторе, я прочитаю на русском. Имаме болгарският превод на мултимедията. «Все предано мне Отцом моим, это говорит Иисус Христос, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отец не знает, и Отца никто не знает, кроме Сына. И кому Сын захочет открыть?» Вот это давайте мы запомним, что отца, никто не знает Отца, Бога Отца, никой не познава Бог Отец, кроме Сына Иисуса Христа. Освен Сына Му Иисус Христос. И кому Сын хочет открыть? И
това, което Исус Христос иска да открие на някой. Освен ако някой, освен ако Исус Христос не се открие. Да, дальше я читаю. Да открие себе си. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. И здесь Иисус Христос, Он дает нам очень мощный пример. Он говорит о том, что все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, то есть Иисус Христа никто не знает, кроме Отца. И это один прекрасен пример, който не дава Иисус Христос, че никой не познава Отца. Никто не знает Сына, кроме Отца. А никой не познава Сына, освен баща му. И Отца не знает никто, кроме Сына. И бащата никой не може да знае, освен Сына. И знаете, я вот получил такое очень, ну для меня это мощное откровение. Я сега искам да споделя, че за мен това беше едно мощное откривание, голямо откритие. Я опять возвращаюсь к первой заповеди. Аз пак се връщам на първите заповеди. Нового завета. В Новия завет. И я начал размышлять. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей. Да, точно това, което трябва да знаем, че трябва да възлюбим Господ с всичката си сила, с цялото си сърце, с всичките си чувства. И вдруг я осознал, что если быть честным, то я не могу эти заповеди исполнить. И трябва да ви кажа, че като се поразмислих и човек трябва да бъде честен към себе си, това не е възможно да го направя лично аз. Я наблюдаю за собой в течение дня. През целия ден аз се наблюдавам. И я стараюсь думать о Боге. И се старая да мисля за Бога. Стараюсь Ему угождать в течение дня. И се старая така през целия ден да Му бъде угоден. Исполнять Его волю. Да исполнявам волята Му. И честно признаюсь, я признаюсь пред Богом, что я несовершен. И въпреки всичко, което правя, аз трябва да си призная, и то пред Бога, че аз съм несъвършен. Я своими человеческими возможностями не могу любить Бога всей душой, всем разумением, всей крепостью своей. И със всичките си, макар и всичките си човешки възможности и старания, аз не мога това да го изпълня, не мога да обичам Бога. И Бог вот через это место мне открыл одну вещь, одну и истину. Именно точно через това място Той ми откри нещо много дълбоко. Ты как человек и не сможешь никогда. Ами разбира се, като човек ти никога не можеш да го направиш това. Эти заповеди ты можешь исполнить только через Иисуса Христа, только через Иисуса Христа. Тези заповеди могат да се изпълнят единствено и само чрез Исус Христос. Богу Отцу ты можешь угодить только через Сына. Да, до Бога там горе на небето можешь да стигнеш единствено и само чрез Сына Му. И Бог слышит сегодня молитвы только своего единородного Сына. И молитвите днес се чуват от Бога там горе единствено чрез Сына Му Исус Христос. Поэтому написано, что Он есть единые ходатай между Богом, да, и человеками. Затова е написано в Словото, че има само един единствен ходатай между земята и небето. И мы молимся, и Бог слышит наши молитвы только через жертву Иисуса Христа. И ние се молим единствено само чрез жертвата на Иисус Христос. Но когда мы входим в помазание, но когато влезем в помазанието, когда мы входим в силу Иисуса Христа, когато влезем через силата и в силата на Иисус Христос, вот в момент водительства Духом Святым и в единство с Святия Дух, Библия говорит, что мы приобретаем разум Христов. Тогава Библията ни съобщава, пък и ние знаем, че тогава придобиваме Христовият ум. И мы приобретаем те же чувствования, эмоции, что и во Христе Иисусе. И тогава в нас възникват тези чувства, тези усещания, които са в Исус Христос. И даже написано, что мы познали волю Божию. И така ние познаваме, и е написано, че познаваме по-лесно Божията воля. Которая угодная, благая и совершенная. Която е угодна, която е блага, добра, съвършенна воля. Через жертву Иисус Христа. Именно через жертвата на Иисус Христос. Смотрите, Евангелие говорит нам о том, что я могу любить Бога всем сердцем только через Иисуса Христа. И к
какво ние се убеждаваме, че това, което го пише в Евангелието, е истината. Само чрез Христовият ум можем да направим това. И как я могу поклоняться Богу, любить Бога всей своей крепостью? Как могу да се покланям со цялото си същество? Со своей-то крепостью, своей-то тело. Со своей-то крепостью, со своей-то тело, тело буквально. Вот могу ли я это делать физически? Могу ли това да го направя така по физически начин? Мы не сможем Богу угодить своими делами. Не можем на Бог со своей-то человечки неща и дела да постигнем това. Но Иисус Христос уже что-то сделал. Но Иисус Христос направи нещо друго. Он сделал нас частью своего тела. Той ни направи част от своето тяло. Амин или не аминь? Амин. И в Его теле мы поклоняемся и любим Бога всей своей крепостью. И через Неговото тяло ни се молим, което идва пък от нашето тяло, в Неговото тяло. Иисус говорил, что Он ничего не делает от Себя. Но что говорит ему Отец? Да, не знаем, как показал Иисус Христос. Ничто не говоря от себе си. Аз говоря това, което чувам от Моя Отец. Когда люди приходили к Нему, Иисус Христос открывал им Отца на самом деле. Когато хората идваха при Него, Той откриваше нещата, тайната за Своя Отец. К чему и мы призваны. Когда люди приходят к нам, нам очень важно открывать для них Иисуса Христа. И това трябва да правим и ние. Когато хората идват при нас, ние трябва да откриваме чрез Исус Христос нещата, които трябва да се знаят. И сегодня я открою последнее место. Последното място, което днес ще открия, ще отворя по-точно. И это место написано в Евангелии от Матфея, 5 глава. Това е... 5 глава, нет, Евангелие от Матфея, 5 глава. Евангелието от Матфея, 5 глава. Как это реально осуществлять на практике? Как да осъществим това, което пише на практика? 43 стиха. 43 стих. Я прочитаю. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, это Нагорная проповедь, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить и над злыми, и над добрыми, и посылает дождь и на праведных, и на неправедных. Ибо если вы любите или будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, то что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Аллилуйя. И вы знаете, здесь Иисус Христос дает нам очень мощное оружие на самом деле. Практика. Что на практике Он дает нам Иисус Христос? Какво на практика не дава Иисус Христос? Знаете, я периодически, хотя я не обязан это делать, но я периодически, ну даже не периодически, а довольно часто мне приходится делать массажи. Много часто ми се налага да правя масажи. Я делаю такие силовые массажи. Правя такива силови масажи. Я ставлю позвонки на место. Да, аз поставям гръбначния стълб там, всичките му подразделения на място. И у меня есть такие навыки, которые нет у других специалистов здесь. В мен има такива навици, такива знания, умения, в които другите специалисти нямат. Одни из моих учителей – это слепые массажисты в Китае. Едни от моите учители, които са ми преподавали масаж, те са били слепи. И вот ко мне приходят иногда массажисты и говорят, мы хотим у вас учиться. Научите нас. Понякога при мен идват хора, които искат да се учат. И казват, научете ме на вашия масаж. И мы уже получили право обучать, и периодически проводим такие семинары обучающие. Разбира се, че ни така понякога обучавам или пък правим семинари с изучаването на тези масажи. И вот массажисты задают такой вопрос. Как защищаться? Да. И много често задават този въпрос, тези масажистите. Как да се защитаваме, как да се предпазим по-точно? Вот от этого негатива, который царит везде сейчас. Да, от тези негативни неща, които ни заобикалят. Люди приходят злые, озлобленные. Хората идват злобни, зле настроени. Больные, очень больные. Идват болни, то много болни. И, ну, просто, ну как, ну это же вот,
это же все настолько вот передается. Ну, там, делаешь массаж человеку, и потом ты болеешь, реально. И няма нищо удивително, то това се предава. Правишь массаж на человека, и всичката тоя негативизм идва върху тебе. Должна быть какая-то защита. Трябва да има някаква защита. Мы там свечку ставим в углу. Понякога поставим там свещичка. Одни другие там святой водой брызгают по углам. Някой, разбира се, пръскат там по ъглите светена вода. Иконы вешают везде по комнате. Да, навсякъде слагат такива икони на светци. Приглашают священника, чтобы он кадилом помахал. Да, канят често пъти, канят свещеници, които да дойдат да с кадилницата така да... Вы что делаете? Что посоветуете нам? А вие какво? Какво ще ни посоветвате да направим? Что я отвечаю? Какво аз отговарям на този въпрос? Нет ничего сильнее или мощнее, вот как защита, как Нагорная проповедь Иисуса Христа. Тук искам да ви кажа, че няма по-голяма, по-грандиозна защита от Иисус Христос. Автоматически, когда приходит ко мне человек, я уже молюсь за него. А когато дойде такъв човек при мен, автоматически аз се моля за него. Я его благословляю. Аз го благославям. Я желаю ему всего самого наилучшего. И аз му пожелавам от всичко най-добро. И если человек приходит ко мне и начинает изливать какие-то проклятия, ако човек идва и така излива негативни проклети неща, проклинает власти Болгарии, проклина властта, недоволен, проклинает мэра города, кметства, проклина местният кмет на града, реально проклинает своих начальников, управителей, проклина своите началници, които са над него, я начинаю благословлять. Аз обратно пък започвам да ги благославям. И просто начинаю говорить человеку о том, что когда ты произносишь проклятие, оно рано или поздно на тебя и приходит. И обяснявам на човека, че когато ти правиш това, това проклятие се връща върху тебе. Не прави това. Ты хочешь, чтобы проклятие на тебя вернулось? Искаш ли това проклятие да се върне на тебя? О, нет, нет, я не хочу. Только, о, не, не искам. А что ты хочешь, чтобы на тебя вернулось? А какво искаш да се върне върху тебе? Ну, хочу, чтобы вернулось что-то хорошее. Ами той казва ми да дойде нещо добро върху мене, хубавото. Тогда благословляй. Аз му казвам, тогава благославяй. Что посеет человек, то и пожнет. Каквото посее човек, това ще жене. Семь благословений, оно на нас и возвращается. Да, седем благословения при такава ситуация се връщат върху нас. Семь негатив, этот негатив на нас и возвращается. И както и негативното, по същия начин, със същото число се връща върху нас. И если человек пытается каким-то образом поранить, обидеть, говорить какие-то обидные слова. И ако човек постоянно се старае така да обижда, да наранява, да накърнява. Иисус Христос говорит, молитесь за обижающих вас. За това казва Иисус Христос, молете се за тези, които правят това. Всячески благодарите тем, которые вас всячески ненавидят и злословят за имя Мое. И тези, които ви злословят заради Моето имя и ви ненавиждат, молете се за тях. Да, иногда приходит человек и без причины вдруг начинает тебя просто презирать, ненавидеть. Да. Это случается. Случва се тогава ситуация, в която идва човек и започва върху тебе да те напада и да говори негативни неща. И мы делаем ему какой-нибудь подарок. Ние му правим тогава някакъв подарък. Это по Нагорной проповеди. Это по Нагорной, планинская проповедь. Это по планинской проповеди. Да, това е, да се спомним, това е проповедта на планината в Евангелието. И вот кто-то сегодня скажет, ну это же невозможно, ну зачем так делать? И някои от вас сега могат да кажат, ами това е невъзможно, това не бива да бъде така. Я не могу любить человека, который меня ненавидит. Как ще обичам човек, който ме ненавижда? Я не могу дарить людям подарки, когда они меня пинают. Как да им дам подарок, като те ме проклинат, те ме ненавиждат? Никто не говорит, что ты это можешь делать. Никой не казва, че това може да се направи. Это может сделать только Иисус Христос через тебя. Това може да го направи Иисус Христос и то чрез тебе. Просто позволяй Иисусу. Позволявай на Иисус. Открывай людям Иисуса Христа. Отваряй се, говори на хората за Иисус Христос. Только Он может любить ненавидящих. Само Той може да обича тези ненавистните хора. Только Иисус Христос, только Иисус любит своих врагов.
Само Иисус обича своите врагове. Только Иисус благословляет тех, кто его проклинает. Само Иисус благославляет тези, които го проклинат. Есть только одна личность. И това е една единствена личность. У которой безмерный океан любви. Това, тази личност е способен на безмерната любов. И я уже заканчиваю. И аз вече завършвам. Самой интересной мыслью. Това е най-интересната мисъл. И один массажист задает мне такой вопрос: а что делать с вампирами? Веднъж един масажист ми каза: а какво да правим с така наречените вампири? Сейчас так много вампиров развелось. Той казал ми: навсякъде много вампири се навъдиха. Они приходят и просто впиваются в тебя и просто пьют. Впиват се в тебе и там смучат от тебе. Или просто говорят что-то, вот без толку просто и смотришь уже, и ты силу потерял. И ти говорят, много ти говорят, поток отговорени, и в тебе вече не оставя никаква сила. Или вот своими глазами вот так вонзятся в тебя вот так, ну и просто смотрят на тебя каким-то взглядом, и тебе так неприятно, и опять же сила уходит. И като вторачат в тебе погледа си, на тебе буквально ти става неприятно, усещаешь го много осезателно. Или постоянно создают какие-то провоцирующие ситуации. И все такива едни провокации създават около тебе. И они получают от этого явное удовольствие. И от това, което току-що споменахме, те получават удоволствие, при това голямо удоволствие. Что делать с такими людьми? Какво да правим с такива подобни хора? Я говорю о том, что вот смотри, вот вампир, он пришел для того, чтобы взять. И аз му казвам: слушай сега, вампира идва при тебе, за да вземе нещо от тебе. Если ты ему это позволишь, он из себя все высосит. И ако ти му разрешиш, той всичко ще измуча от тебе. Но если ты позволишь ему присосаться к Иисусу Христу... Но ако ти насочиш това, което трябва, нека да смуча от Иисус Христос, и ти му го подаваш. Это все равно, что предложить жаждущему, который хочет пить, подойти к океану пресной воды. Това е като един много жаден човек, който отива към такъв пресен, свеж извор. Там, към Иисус. Пусть пьет. Нека да пие. Сможет ли вампир выпить океан, как вы думаете? Може ли? Вампир. Сможет выпить океан, целый океан. Може ли вампира да изпие целия океан? Вот вампирам я говорю: тебе надо познать Иисуса Христа. И просто трябва да кажеш, че вампира трябва да знае, да познае Иисус Христос. Я буду за тебя молиться. Аз ще се моля за тебе. Но лично я не позволяю, на самом деле. То есть ко мне приходит иногда, ну реально, вот сейчас в Бургасе пришла одна женщина, которая реально сосет, так, пытается что-то. Аз в практиката съм срещал подобни хора. Една жена от Бургас реально дойде така с такива намерения при мен. Да, я с ней очень жестко, ну просто дал понять о том, что ну просто здесь христиане, если она хочет что-то взять, пусть берет у Иисуса Христа. Что ей да, надо к Иисусу. Да, и аз съм много твърдо така, буквално я заклеймих и казах: ако си дошла за това, ще те насоча към Исус Христос. Что-то сегодня вам открывается? Нещо разбирате ли, открива ли ви се, осъзнавате ли това, което току-що говорих? Сегодня в большей степени о том, что когда волна приходит... Днес ситуацията е такава, все едно идва една голяма вълна. Не пытайтесь с этой волной бороться. Не се опитвайте и не се старайте да се борите с тази вълна. Это волна Святого Духа. Това е вълната на Святия Дух. Станьте частью этой волны. Станете част от тази вълна. Пропустите эту силу и мощь через себя. Нека тази сила да мине през вас. На кого эта волна упадет, она того раздавит. Защото тази вълна е специална, към когото падне, тя ще го размачка. Кто ударится об эту волну, тот разобьется. Който се удари в тази вълна, ще се разбие, ще се съкруши. Мы как церковь, мы часть волны Святого Духа. И ние като църква сме част от тази вълна, която е вълната на Святия Дух. Первая волна уже здесь. Първата вълна е вече тук сред нас. Будем учиться плавать на глубине. И сега трябва да се научим да плуваме, но в дълбочина.
и ловить там, стрелять крупную рыбку. И там да, да ловим рыба, такая голяма рыба. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Давайте мы склоним наши сердца. Хайде сега да се помолим и да преклоним сърцата си. Пред нашим Господом Иисус Христом. Пред нашия Господ Иисус Христос. Потому что перед Иисусом уже преклонилось всякое колено. Защото вече пред Иисус Христос всяко коляно се е покорило. Небесных, земных и преисподних. Всичко от земята, от небето и от преисподнята, от ада. Господь Иисус. Господи Иисусе. Научи нас открывать Тебя. Научи ни да Те опознаем, да се раскриваш пред нас. Как Ты открывал Небесного Отца. Както Ти откриваш и Небесният Отец. Так дай нам открывать Тебя. Дай ни и на нас така да откриваме Тебе на хората. Твою силу. Твоята сила да откриваме. Твою мощь. Твоята мощ. Твою премудрость, обитающую с разумом. И всичката ти премъдрост и разум. И самое главное, твою безграничную любовь. И най-важното е твоята безгранична любов да разбираме и приемаме. Научи нас, Господь, двигаться в глубине. Научи ни, Господи, да се движим в дълбочините. И в конечном итоге стать частью самой большой волны. И вследствие на това да станем най-голямата силна вълна. Которая дойдет даже до края земли. Която ще стигне даже до края на земята. И все люди узнают, что Иисус Христос Господь. И всички через тази вълна ще разберат, че Иисус Христос е Господ. И все племена уверуют. И всичките племена, всичките народи ще повярват, что Иисус Бог богов. Че Иисус Христос е Бог над боговете. Цар царей. Цар на царете. Господь господствующих. Той е Господ на господарите. Самый лучший врач. Най-добрия съвършен лекар. Единственный спаситель и единственный адвокат. Единственният спасител и единственният адвокат. Который будет судить всю вселенную в свое время. Който ще съди на времето си цялата вселена. Мы благодарим Тебя, Отец. Благодарим Ти, Отче. За то, что Ты через жертву Иисуса Христа. Защото через жертвата на Иисус Христос. Позволил нас быть причастниками Твоего Божественного Естества. Да будем через тази жертва, да будем причастники Божественного Естества. Да будем сопричастником тази жертва на Иисус Христос. Частью Твоего тела. Да будем частью Твоего тела. Иметь разум Христов. Да имаме Христовият ум. Любить Бога всем сердцем через жертву Иисуса Христа. Да обичаме с всичкото си същество Иисус Христос, но через Неговата жертва. И все крепости свои. И с цялата си същност, силата. Через тело Иисуса Христа. Через тялото на Иисус Христос. Мы молились Тебе с благодарностью. Молимся с голяма благодарност. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. В името на нашия Господ Иисус Христос. И Церковь Божия скажет. И Църквата Божия нека да каже. Амин. И Церковь Божия скажет. Я что-то не слышу, или я уже во время проповеди... И Церковь Божия да кажет, че не чувам. Аминь. Аминь. Будьте благословенны. Давайте мы прославим нашего Господа. Благословенны. Аллилуйя.